Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про стрес для тварин, а саме як реагують чотирилапі на салюти та піротехніку на новорічні свята. Сьогодні в наших гостях Ольга Пахмутова, волонтерка громадської організації «Вірність». Здравствуйте. Пані Ольга, я вас вітаю. Ну що ж, давайте почнемо з проблеми взагалі такої, що відбувається з твариною, чому так бояться тварини салютів? Ну, это неожиданные громкие звуки, которые, естественно, вызывают, ну, они непривычные для животных в повседневной жизни, естественно, не вызывают у них панику. Как бы я могу судить конкретно и по своей собаке, в том числе, как она реагирует. Поэтому реагируют все животные, будь они дрессированные, не дрессированные, они не могут быть привычны к этим звукам. Поэтому реакция может быть в большей или в меньшей степени, конечно, там, как-то среагировать может животное, может больше испугаться, может меньше. Есть те, которые не сильно реагируют. Но, судя по моим животным, реагируют и коты, которые находятся в закрытом помещении в квартире. Но это не так опасно, так как коты не могут сбежать. Большая проблема все-таки с собаками, которых нужно выводить на улицу, и которые находятся в непосредственной близости от взрывов, фейерверков, петард. Тобто поэтому нужно тікають. Максимально обезопасить свое животное, защитить его и защитить себя, чтобы потом не плакать, не бегать, не искать. В период новогодних праздников теряется сотни животных, несмотря на то, что каждый год волонтеры предупреждают, просят, пытаются донести эту мысль для всех владельцев. Поэтому очень хотелось бы попросить всех владельцев пожалеть своих животных и быть ответственными хозяевами. Для того, чтобы не пострадало животное, для того, чтобы не плакали вы. Для этого, ну, прежде всего, собака должна быть исключительно на поводке. В период новогодних праздников собаку отпускать просто запрещено, потому что взрыв может прогреметь когда угодно, где угодно, никто не застрахован. Кроме того, собака должна быть в туго затянутом ошейнике, чтобы собака не могла вырваться, рвануть и вылететь из ошейника. Кроме ошейника должен быть адресник. Это очень желательно, это помогает животным в первые же минуты вернуться к хозяину. Также очень рекомендовала бы, и как многие волонтеры рекомендовали бы, зарегистрировать свое животное. Это чип и QR-паспорт. Сканируя этот QR-код, вы изначально регистрируете животное на сайте. Когда кто-то сканирует код животного, смартфоном обычным, вам приходит геопозиция животного, где оно находится, все данные контактные хозяина, животного, самого кличка, адрес хозяина, то есть можно позвонить, можно привести, ну, животного гораздо больше шансов вернуться домой. Так как, пугаясь выстрелов, животное может сорваться с поводка. Опять же, хочется обратиться к хозяевам, чтобы были максимально внимательны. Не занимались телефонами, разговорами с другими людьми. То есть полностью внимание на свое животное. Выгул. Выгул можно сократить максимально, чтобы не подвергать стрессу. Ну, конкретно мы говорим о собаках, наверное. Все-таки котов выводят гораздо реже. И не водить собак однозначно, не водить в людные места, не выводить на время новогодних празднований, вот саму новогоднюю ночь, там, где куча пьяных людей, откровенно выпивших, веселых, шумных, где летают петарды. И когда собака пугается выстрела чаще всего, она летит стремглав, она не видит, куда она несется. Потом она просто не может найти дорогу домой. Это в лучшем случае. Если она при этом не попала под машину, не замерзла где-то, домашние животные просто не могут выживать на улице. Они не умеют находить себе еду, то есть для них это очень проблематично. На вашу думку, можливо, слід взагалі утриматись від прогулянки, якщо це, наприклад, ну, невеличка собачка, є там, да, засоби гігієни для тварин,
чтобы не выводить. Вот как вы рамки? Если собака соглашается сходить на пеленку либо туалет для собак, то, по крайней мере, в новогоднюю ночь, новогодний вечер и утро Нового года лучше не выводить. Лучше, конечно, оставить собаку дома. Потому что владельцы маленьких собак вообще довольно беспечны чаще всего. То есть они считают, собачка маленькая, она бегает, никуда не уходит, неудобства не доставляет. Но она точно так же может убежать. Кроме того, маленькие собаки могут умереть от разрыва сердца, и такие случаи случаются, происходят. Потому что да, от страха, просто от стресса они могут умереть. Это в них инсульт стається чи... Инфаркт. Инфаркт. У больших собак тоже могут быть проблемы. Если она испугалась в саму, вот, самого выстрела, да, то потом тоже известны такие случаи, когда собака отказывается выходить на улицу несколько месяцев после этого. При этом, когда это большая собака, это доставляет большие неудобства, так как она не может сходить на пеленку, в туалет, в собачий и так далее, так как собака не привыкла ходить дома. Давайте ще торкнемося такої теми, на жаль, яка є, особливо новорічні свята, коли і дорослі, і малі мають забагато часу вільного, так? І ну, у дорослих це через алкоголь, у дітей через незрозуміло що, так? Я навіть в інтернеті бачила картинку, там, де просто петарди можуть засовувати собаки будь-куди. Наскільки це є проблемою? Ми бачимо щороку в соціальних мережах такі випадки є в Україні. Ну, це вже другий вопрос. Це вже жорстоке обращення з животними, которое уголовно наказуемо, которое є і вже висять бігборди, предупреждающие об этом. Поэтому, если, ну, во-первых, если вы это увидели, конечно, нужно предупредить максимально, чтобы этого не сделали, отогнать. Ну, знаете, для меня это дико, я не могу понять, как это можно сделать. Мне кажется, психически уравновешенные люди, нормальные, не могут это сделать ради развлечения. Но все же, если вы увидели, да, надо отогнать этих детей, ну, взрослых тем более, и написать заявление в полицию, естественно. Як ви, як волонтер, ну, як часто зустрічаєтесь, стикаєтесь з такими ситуаціями, коли доводиться рятувати собаку, яка постраждала від такого, від піротехніки? Лично я не сталкивалась з таким. Лично я, так, да, я вижу... Випадки, от що вам про це відомо? Я навіть не знаю, як вам це сказати. А що, ну, да, я знаю, що такі случаї є. В моєму розумінні... Ну, это уж какие-то психологические отклонения, расстройства у людей. Нормальный человек этого сделать не может. Ну, это в моем понимании. Но даже если это бросить, все равно это должно наказываться. Больной человек, здоровый человек, это должно сразу вызов полиции. Но есть статья Уголовного кодекса 299 за жестокое обращение с животными. Ну, до речи, зараз ситуация покращилась, а зараз больше ответственность. Згідно нового закону, да, но хотелось бы, чтобы больше следили за исполнением этого закона. То есть контролирующих органов, к сожалению, не так много. Но, тем не менее, нужно добиваться. Повертаючись до піротехніки, на вашу думку, да, ми поговорили більше про домашніх тварин, ті, які живуть у будинках, а ті, які живуть на вулиці, у дворах. І, можливо, вони більше там звикли до якогось шуму у дворі. На вашу думку, як на них це так реагує піротехніка, впливає? Піротехніка плохо влияє на всіх, і на уличних, і на домашніх. Крім того, від ежегодних фейерверків сильно страдають птиці, які ночі сплять, коли починаються взриви, вони просипаються, вони дезорієнтовані, вони попадають на електропровода, вони врізаються в здання, вони попадають під машини. Если говорить о кошках и собаках, они точно так же, как и домашние, выбегают на дорогу. Они не могут, здесь никого, нельзя винить водителя, к примеру, под колеса которого попала собака, потому что она не контролирует, куда она бежит. Ну, этот громкий звук. Я видела, как бежит собака от фейерверка. Она не видит, куда она бежит, она не понимает. Она просто боится и убегает. Дальше, ну, если
я не знаю, уличные найдут ли дорогу обратно, возможно, найдут, потому что лучше знают улицу. Домашние точно не находят. Что могут убежать в другой район города. И, соответственно, опять же, вот я же говорю, что мы можем максимум обезопасить. Это первое, естественно, не отпускать, лишний раз не выводить. И, конечно, обеспечить средствами идентификации. Адресники. Если, к примеру, нет адресника, можно элементарно номер телефона примотать к ошейнику скотчем, написать на бумажке, если там потеряла собака адресник. Или, по моему личному мнению, лучше адресники с гравировкой, которые не раскручиваются, не мокнут под дождем, не стираются все надписи. Это сейчас очень доступно, это элементарно делается. Плюс обязательно нужно и адресник, и QR-паспорт вешать на отдельные шнурки. Так как, первое, из ошейника собака может вырваться. Вот просто пятясь назад, она может, если недостаточно туго затянут. Угу. Это первое. Второе, к сожалению, есть такие случаи, они довольно частые. Ошейники с домашних собак снимают и воруют. Зачем, я не знаю, но такие случаи нередки. Забирая, наверное, своим собакам. Кроме того, есть люди, которые считают, что, ну, наверное, где-то это правда, что собака может ошейником зацепиться за забор, за ограду, за какую-то проволоку и снимают для того, чтобы обезопасить собаку, угу, и отпуская дальше. То есть, если ваш адресник или QR-паспорт находится на ошейнике, вы сразу, собака остается незащищенной. Предположим, у моей собаки есть два шнурка, на одном QR-паспорт, на другом адресник и, ну, соответственно, ошейник есть. Потому что собака у меня, кроме всего прочего, беспородная. Если она окажется на улице и даже выживет, то через два дня, там, через неделю ее от уличной уже никак не отличишь. И никто даже не заподозрит, что собака могла быть домашней, кто-то ее ищет. Поэтому... Ну, до речі, є ж так в місті спільнота, яка, ну, там, група Facebook, там, де допомагають шукати тварину загублену домашню. Так, да, є. Самая обширна база у нас в Facebook, вона так і називається, база потеряних і найдених домашніх животних города Дніпр. Вона сильно, звісно, упрощає поиск, але лучше до цього не доводити. У нее большой охват, много людей уже об этом знают. И, в общем, конечно, если уже так случилось, нужно сразу размещать животное. Это тоже увеличивает шансы на возвращение. Но все же это не панацея. Нужно защитить. Изначально это должно исходить от хозяина, а не потом ждать, когда тебе кто-то найдет. Ну що ж, давайте все ж трохи закінчимо позитивом. Так, багато зоозахисників та волонтерів міста Дніпро круглий рік займаються тим, що шукають родини, так, аби були господарі у котиків та собачок, цуценят та кошенят. Яка наразі у вас ситуація? Чи побільшало перед Новим роком, можливо, батьки там дітям купляють як подарунок під ялинку такого пухнастого друга? Яка зараз ця ситуація? Ну, во-первых, у нас не продаються животные. Ми животних... Ну, забирають, вибачте, да. Не купляють, а забирають. І, да, возвращаясь ще к тому, що дарять дітям. Кожен родитель, який дарить ребенку... Вообще, животное – це не подарок. Це член сім'ї на довгі роки. Поэтому... Даже если уже вот так преподносить, что родители дарят ребенку животное, они должны понимать, что берут ответственность на себя на эти же долгие годы. Ребенок не может обеспечить питание, сопровождение, да, лечение, какой-то выгул, в конце концов. Детям до 14 лет запрещено законом выводить животное на улицу, потому что ребенок не может... принять адекватное решение в случае нападения другой собаки, в случае, если собака сбежала, дернула. То есть это очень логично и очень правильно. Но все же, если уже говорить, что подарили, то родители должны понимать и нести ответственность. Честно, я не заметила, наверное, у нас такой тенденции, чтобы вот перед Новым годом увеличивалось количество пристройств. Все заняты новогодними праздниками, к сожалению. Было бы неплохо, чтобы это было
как во многих заграничных приютах. Берут на Рождество собак домой, чтобы собака в семье встретила Новый год, Рождество. И, естественно, ты уже, пообщавшись с животным, ну, собак, котов, ты уже, может быть, привыкаешь к нему, и какая-то часть, достаточно большой процент этих животных остается все же в семьях. И, наверное, было бы неплохо у нас, если бы тоже была такая традиция подарить счастье животному и, возможно, на следующие годы подарить счастье себе. Это тоже прекрасная идея. Як багато зараз котиків та собачок, ну, то вірності, які шукають родину? Много. У нас есть ресурсы, страницы в Фейсбуке. Кошки ищут дом, собаки ищут дом. Также размещаются на животные на пристройство на главной странице верности. Можно приехать, у нас несколько приютов. Поэтому можно приехать в приют, выбрать себе животное. Можно просто пообщаться с животными. Собаки очень будут рады общению, просто чтобы с ними поиграли, погладили. Соціалізація для собак, для них це в будь-якому випадку добре. Привезти як мінімум смакологів і все, що ви подали дуже гарну ідею, аби дніпряни брали додому якусь тваринку та звикали до неї і дарували маленькому пухнастику родину. Ну що ж, я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Ефірний час у нас закінчується. Дякую. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Пахмутова, волонтерка громадської організації «Вірність». Говорили про те, як піротехніка та салюти, власне, впливають на тварин. Це для них величезний стрес, який навіть може призвести до смерті. Також дуже багато так домашніх улюбленців просто утікають від господаря, почувши салюти. Будь ласка, звертайте на це увагу перед тим, як, власне, запускати салюти та йти з собакою гуляти у новорічну ніч та дивитися на салюти. З вами була Анна Гарбанчук. Дякую за увагу.